В зале заседаний Самарской губернской думы в этот раз не депутаты, а школьники и педагоги. Все они стали победителями конкурса творческих работ «Куйбышев. Запасная столица. Парад памяти 7 ноября 1941 года». Сегодня для них провели урок мужества. Такое вообще не с каждым случается. Я думаю, мне очень повезло, что я вот сейчас оказался здесь. Я, наверное, буду это своим внукам рассказывать. Областной конкурс является частью международного патриотического проекта «Парад памяти». В этом году тема конкурса – информационный фронт в годы Великой Отечественной войны. Участие в нем приняли более 1000 школьников и студентов со всей Самарской области. Мы стараемся сегодня вселить мысль в них о том, что память о людях, о подвигах их жива, пока эта память жива в наших сердцах. Победителям и их наставникам вручили благодарственные письма и грамоты. Всего 26 комплектов наград. Перед церемонией председатель губернской думы Геннадий Котельников поздравил учителей и школьников с наступающим Днем народного единства. Проходит время, и все как-то успокаивается. Это да. Но не должно уходить никогда память о людях, которые отдали жизни свои ради того, чтобы жили другие хорошо, достойно и долго. Поэтому это страшная трагедия в истории вообще человечества. Это самая драматичная была война с таким большим количеством погибших. После церемонии награждения урок мужества продолжился в музее Самарской губернской думы, где для победителя конкурса провели экскурсию. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.